Баскетболисты, граффитисты, мастера воркаута и авиамоделирования. Самая активная молодежь города в минувшее воскресенье показала свои таланты на театральной площади. Наша съемочная группа тоже оценила. Пока одни готовили баллончики с краской для новых цветных фантазий, другие занимали очередь на аквагрим. А еще здесь можно было поиграть с такой вот необычной армией солдатиков и оценить возможности 3D-принтера. Интерактивные площадки обошел глава Краснодара Евгений Первышов. На ваш выбор вы выбираете, отвечаете на вопрос, на знание истории Краснодара, на ресепшене музея и посещаете выставку нашего замечательного музея. Православный храм, православный воздушный, на мира, который у нас находится. Все правильно, аплодисменты. Мы приглашаем, это вам. Не обошлось без презентации спортивных достижений. Мастер-класс на стритбольной площадке проводили игроки из баскетбольной дружины «Локомотив Кубань». Между прочим, это трио стало чемпионами мира по стритболу, а потом еще и чемпионат России выиграло. Рядом с баскетбольной площадкой соревнования шпажистов. В прошлом году при поддержке главы города в Краснодаре открыли отделение фехтования. Сейчас этим изящным спортом занимается 80 ребят, среди которых есть уже обладатель Кубка Краснодарского края. Вот на таком оружии малышей мы учим. Вот сейчас будем открывать отделение на пластиковом оружии, пластиковая масочка. Чем мы хуже Италии? В Италии 5 лет, вот, у нас 12 лет, но тем не менее мы побеждаем на Олимпиадах и так далее. Олимпийский вид спорта будем развивать потихонечку. Победа! На улицу Красную, казалось, тянули весь арсенал в бою со скукой. Вязать морские узлы готовы научить воспитанники яхт-клуба, боксеры поставить удар. А вот сальто на акробатической дорожке без подготовки лучше не повторять. Они сейчас канат порвут. Порвут, если я им сейчас не остановлю. Ярослав Викторович Галкин, пожалуйста. Секции, досуговые клубы города, спортивные и позитивные, показали себя во всей красе. На молодежном празднике Евгений Первышов вручил золотые значки тем, кто выполнил нормы ГТО и оставил свое пожелание городу-имениннику на общей открытке. Наталья Ястребова, Александр Крошный, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар».